Мы здесь в основном пишем и говорим о стихах. Я должен сказать, что поэзия как профессия неожиданно закончилась. Она закончилась как бы в один прекрасный момент. Вот здесь вот вы видите подборку, я специально ее наклеил, в литературной газете. Здесь 10 стихотворений. Эта подборка издана в 2005 году, и я получил за нее последний гонорар как поэт. Получил 500 рублей. С тех пор я печатал стихи в нашем «Современнике», но уже гонораров не получил. И сейчас нет в стране ни одного издательства, которое бы платило за стихи, или бы издавало стихи, или бы... То есть в данном случае профессия стихотворца, она пропала. Была ли она? Была, потому что в Москве вот в 70-е годы было около 10 тысяч профессиональных поэтов, которые занимались исключительно поэзией, переводами. Ваш покорный слуга переводил, например, с белорусского, с аварского, разумеется, с грузинского, около 60 тысяч строк я перевел. И я переводил профессионально, то есть каждый день я переводил 30-40 строк стихов. Это была профессия, я этого делал, и, к сожалению, последние, значит, меня перевели, вот те стихи, которые я вам прочитал, перевели на якутский, то есть вашего покорного слуги, вот стихи о севере. Здесь берег изогнулся, как подкова, деревня на высоком берегу. Нет, не увижу я нигде такого, за то, что видел я набег долгу. Здесь больше полугода все в снегу, зима долга, морозная и сурова. Дороги все уходят здесь в тайгу, и все они ведут в деревню снова. А летом и спокойно, и добра, как небеса, зовет себя природа, и длятся дни с утра и до утра. Живет в деревне в основном три рода, нечаевых, крапивиных, белых, и кажется, земля стоит на них. Вот эта форма, которую я прочел, это называется сонет. То есть вот это профессионально написанное стихотворение, оно опубликовано в нескольких книгах. Я получил какие-то, оно переведено на якутский язык, но сейчас это довольно странно, но сейчас никто не получает за это никаких денег и получать не будет. Более того, сейчас вот Союз писателей, который раньше действительно был большой организацией, они сейчас организовывают какие-то альманахи и просят деньги с авторов, чтобы они им перечисляли, и они там будут непонятно зачем на каждой странице набора 2500 рублей. Более того, они как бы говорят, мы вас будем учить молодым, значит, этим. Сейчас выпускается, как и раньше выпускалась, допустим, поэзия, осталась профессия в институте. То есть человек выйдет из института с книжкой, написано, что он поэт по профессии, он прямо никто. Да? То есть и вот здесь в Древнем Риме были такие авгуры. Авгуры это были гадатели. И вот здесь параллель между нашими вот такими, что вот мы вас научим гадать, научим писать стихи. Физиономии понуры, еще разок позаседать, упорно не хотят авгуры свою ненадобность признать. Они полны сакральных знаний, но форум, груды руин и государственных гаданий им не оплачивает Рим. Замутят балаган с юнцами, все учат ремеслу жреца, чтобы свести концы с концами в своем предчувствии конца. И звонко зазвучит по-русски давно почившая латынь, как предугадывал Гаруспик путь легионов средь пустынь. Гаруспик – это вторая ступень гадателей. Были авгуры, а гаруспики, которые в легионах были гадателями, они гадали по жертвенным животным. То есть вот сейчас неожиданно поэзия оказалась вот на таком уровне, что она абсолютно не нужна, как в Риме не нужны гороспики, потому что нет легионов, нет никаких гадателей, жертвенных животных. Так и сейчас, это совершенно неожиданно для всех нас, оказалась вот в таком положении наша отечественная поэзия. Я, ваш покорный слуга, очень часто выступаю на Народном радио. Недавно я даже целый час там выступал. Ну и очень часто мне звонят, или я даже звоню, мне говорят, позвони нам.
позвони нам на народное радио по поводу, допустим, Дня женщин, позвони по поводу Дня защитника Отечества, и позвони по поводу Рождества. И я действительно позвонил по поводу Рождества, и у меня есть замечательное стихотворение, которое я прочел, и слушателей которого было, как и всех слушателей, мне сказали, больше 7 миллионов. Стихотворение о том, что мать Мария, родив Христа, стала христианкой сама. Что она, ухаживая за Христом, она ему же и молилась. И она была обращена первое в христианство самим рождением Христа. Ваш покорный слуга был на месте Успения Матери Марии. Это недалеко от Эфеса. Есть место, где она отошла в мир. И вот такое стихотворение, о чем я вам сказал. Божественный младенец родился и растет, молясь ему, надеясь, в лучах любви и забот, кормя и прижимаясь, и сила небеси, к нему же обращаясь, помилуй и спаси, поддерживай темя, пока горит звезда, мать с сыном лишь на время, он с нами навсегда. Марии дал вживую Господь себя держать, но сыну не в иную, а просто в жизнь врастать, душой, умом и сердцем лишь 33 годка. Он прозревал младенцем грядущие века, а жизнь всегда мгновенна, и сына не сберечь, все-все, что сокровенно, вдруг облекая в речь. Вот это я прочел прямо по дороге. Но слава Богу, песни еще продолжают нас кормить, потому что они продолжают звучать. И время от времени их даже у меня и покупают. Вот я вам сейчас играю замечательную песню